середине 40-х годов в Советском Союзе был создан первый отечественный турбореактивный двигатель. Это достижение позволило советским конструкторам приступить к разработке нового поколения самолетов – реактивных. Авиационные КБ прорабатывали различные варианты применения турбореактивных двигателей. Над решением этой задачи активно трудился и коллектив конструкторского бюро под руководством Сергея Ильюшина. Итогом стало появление реактивного фронтового бомбардировщика, который долгое время состоял на вооружении военно-воздушных сил Советского Союза. Первые работы над реактивным бомбардировщиком Сергей Ильюшин начал в середине 40-х годов. Результатом конструкторских изысканий стало появление четырехдвигательного бомбардировщика Ил-22. Эта экспериментальная машина, по сути, являлась полноценным боевым самолетом, оснащенным всем необходимым вооружением и оборудованием. В июле 47 года летчики-испытатели Владимира Константинко Кинаки подняли машину в воздух. Первые полеты показали хорошую управляемость и устойчивость самолета. Однако после проведения испытательной программы работы по Ил-22 свернули. Получить расчетные летные характеристики не удалось. Первые советские реактивные двигатели ТР-1 расходовали слишком много топлива и не развивали заявленную тягу. Для уменьшения разбега при взлете на машине приходилось даже использовать пороховые ускорители. Несмотря на первую неудачу, ОКБ Сергея Ильюшина получило огромный опыт в конструировании реактивных бомбардировщиков. Ил-22 стал основой для создания новой машины, в которой учитывались как пожелания летчиков, так и опыт недавно отгремевшей Второй мировой войны. Результатом проведенной работы стало появление фронтового бомбардировщика Ил-28. В качестве силовой установки на него установили два реактивных двигателя «НИН». Их купили в Англии у фирмы Rolls-Royce. Они были надежнее отечественных, более экономичные и развивали большую тягу. С ними Ил-28 и совершил в июле 48-го свой первый полет. На государственные испытания самолет вышел уже с отечественными двигателями РД-45F. Их начали выпускать на основе все тех же английских. В процессе испытаний выявили достаточно большое количество недостатков. На их устранение у коллектива ОКБ ушло несколько месяцев. В августе 49-го Ил-28 с более мощными двигателями ВК-1 прошел контрольные испытания. По их результатам машину рекомендовали к принятию на вооружение, и вскоре после этого развернули ее серийное производство. Фронтовой бомбардировщик Ил-28. Экипаж – 3 человека. Силовая установка – 2 турбореактивных двигателя ВК-1 общей тягой 5400 кг. Максимальная взлетная масса – 23200 кг. Максимальная скорость – 906 км в час. Практический потолок – 12400 метров. Дальность полета – 2400 километров. Вооружение – 4 авиационные пушки НР-23 калибра 23 мм и различные авиабомбы общей массой 3000 килограммов. Понимая важность нового самолета для советских военно-воздушных сил, правительство развернуло его серийное производство сразу на 3 заводах. Причин у такого масштабного производства было 2. Первое. Ил-28 был достаточно прост в изготовлении и эксплуатации по сравнению с машинами других авиаконструкторов. Второе. Бомбардировщик имел хорошие для того времени летно-технические характеристики. При разработке машины конструктор Сергей Ильюшин во многом учитывал опыт фронтовой авиации, накопленный за годы Второй мировой. Отдельное внимание было уделено оборонительному вооружению. Ведь одна из главных задач – защита бомбардировщика от истребителей противника. Для этого на самолете разместили 4 авиационные пушки.
Две из них располагались по бортам внизу носовой части фюзеляжа. Еще две находились в хвостовой части самолета в специальной установке. Она позволяла значительно увеличить скорость перемещения оружия и углы обстрела. В действие установка приводилась с помощью дистанционного управления. Это во многом обуславливалось тем, что скорость фронтового бомбардировщика значительно выросла по сравнению с поршневыми машинами. Соответственно, увеличился скоростной напор, и физических усилий стрелка уже не хватало. Чтобы быстро поворачивать пушечную установку в полете, и было внедрено дистанционное управление. Экипаж Ил-28 состоял из трех человек. Летчика, штурмана и кормового стрелка-радиста. Ильюшин принципиально отказался от второго пилота. Принимая такое решение, конструктор прежде всего учитывал сравнительно небольшую продолжительность полета фронтового бомбардировщика. При этом работу летчика предполагалось облегчить установкой автопилота. Экипаж Ил-28 размещался в передней и задней герметизированных кабинах. На малых высотах воздух в них нагнетался непосредственно скоростным напором. На высоте 1700 метров кабины изолировались от атмосферы, и воздух поступал через фильтры от компрессоров двигателей. Большая скорость полета Ил-28 потребовала принять специальные меры по обеспечению аварийного покидания. Рабочие места летчика и штурмана были оснащены катапультируемыми вверх креслами. Стрелок-радист в аварийной ситуации мог воспользоваться нижним люком. Принятая схема оборонительного вооружения и состав экипажа позволили значительно уменьшить размеры Ил-28 по сравнению с экспериментальным предшественником Ил-22. Соответственно, уменьшилась и масса самолета, что положительно сказалось на летно-технических характеристиках. Основное наступательное вооружение Ил-28 – авиационные бомбы общей массой до 3000 килограммов. Они размещались в бомбоотсеке. Внутри него находились 4 кассетных держателя и 1 балочный. На кассетные держатели могли подвешиваться бомбы калибра от 50 до 500 килограммов, а на балочный – от 1000 до 3000 килограммов. В номенклатуру бомбардировочного вооружения входили фугасные, зажигательные, осколочные и бетонобойные боеприпасы. Позже появились и ядерные специзделия. Кроме того, эффективность боевого использования Ил-28 обеспечивалась установкой на нем новейшего в то время комплекта аэронавигационного и радиотехнического оборудования. 132-й, доворот справа на 20. На кадрах кинохроники видно, как звено из трех самолетов наносит точный бомбовый удар по условному противнику. Достаточно внушительная демонстрация боевой мощи. Быстрый темп серийного производства позволил уже к середине 50-х перевооружить самолетами нового поколения как фронтовую авиацию, так и военно-морскую. Ил-28 завоевал особую симпатию в боевых полках. Летчики отмечали более простую технику пилотирования по сравнению с поршневыми предшественниками. Да и в обслуживании, по словам технического состава, самолет был достаточно прост. Надежность Ил-28 и прочность его конструкции стали поистине легендарными. На основе этой машины было создано большое количество модификаций. Здесь и самолеты-разведчики, учебные машины, буксировщики мишеней и даже Ил-28 в варианте штурмовика. Заслуживают внимания и многочисленные самолеты-лаборатории, на которых отрабатывались системы катапультирования, испытывались ракетные двигатели и проводилось множество других экспериментов. За 6 лет производства в СССР было построено более 6000 Ил-28 различных модификаций.
Это рекордная цифра для реактивных бомбардировщиков всего мира. Ил-28 более 30 лет несли боевую службу в военно-воздушных силах как Советского Союза, так и многих зарубежных стран.